Ставрополе прошел международный турнир по художественной гимнастике «Снежинка». Он проводится с 2017 года. Тогда было всего 90 участников. Сегодня более 160 спортсменок. В соревнованиях принимали участие команды из Украины – город Лозовая, Молдовы – город Кишинев, из Приднестровья – города Тирасполь, Бендеры и село Суклея. Впервые на соревнования приехали спортсменки из Полтавы и Энергодара, Украина. Действительно, география городов, я думаю, что, наверное, еще и мест проживания на самом деле поражает. Конечно, мы все благодарны за то, что вы к нам приехали. Вы в таких красивых костюмах, вы молоды, вы красивы, вы интересны. За вами будущее всех наших республик. Гости и зрители получили уникальную возможность насладиться яркими и красочными выступлениями юных граций. Многих приехали поддержать родители. Все, и папа, и мама, и, конечно. И дядя вон пришел поболеть за племянницу, да? Переживания, конечно, за нее. Чтоб хорошо все получилось, чтоб хорошо выступил. Сегодня я привела дочку. Мы занимаемся уже 5 лет, с 4 лет занимаемся. И сегодня мы уже... после обеда, но приехали всей командой поддержать девочек. Потом будет моя дочка выступать, ей 9 лет. Она будет делать 4 предмета. Ленту, скакалку, булавы и мяч. Несмотря на столь юный возраст, у многих гимнасток поставлены высокие цели, к которым они стремятся. Я занимаюсь видом спорта гимнастики, я стремлюсь быть чемпионкой. Мне нравится Елизавета Ямпоинска, я на нее равняюсь. Сегодня буду выступать на турнире по художественной гимнастике и буду представлять город Бендер. Занимаюсь уже 4 года. Я хочу стать мастером спорта. Спортивные школы выступали с достойными программами. В каждой команде были яркие и запоминающиеся выступления. Красота, белым и ясным.
Скачет овцы на голове, скачет мысли в голове.